Предновогодняя суета ворвалась в наши жизни и наполнила сердца приятным ожиданием чудес. А в ресторане «Прайм» к главному и всеми любимому празднику уже подготовили подарок для саровчан. Обновленное меню, в котором нашли отражение самые актуальные гастрономические тенденции России, Европы и Азии, а также пожелания гостей. Баранья рулька, паприкаш с говядиной, итальянские голубцы, нежнейший тунец собственного посола и новые роллы. Составляя меню, шеф-повар ресторана «Прайм» сделал все, чтобы каждый нашел в нем блюда по вкусу. Желание удивить гостей, которые приходят к нам провести свой досуг, время, удивить ярким вкусом, красивой подачей. Холодным декабрем так хочется согреться. Новая линейка супов поможет вам в этом. Традиционный русский борщ, тайский томкха, супы и пюре. А для тех, кто следит за фигурой, суп дипола исключительно полезный, но при этом невероятно вкусный. Ароматный суп дипола подается с нежным лососем, ароматным луком, пореем и ржаными гренками. Выбор блюд из мяса в «Прайме» удовлетворит даже самых притязательных гурманов. Свинина, говядина, баранина и, конечно, курица. Гармоничное сочетание ингредиентов, авторские соусы и изысканная подача превращают обычный обед или ужин в настоящий гастрономический праздник. Чикен Вирджиния – это нежное куриное филе. Подается с овощами гриль и печеным томатом. Специальное предложение этой зимы – десерт «Лесная сказка». Нежнейшее суфле с кусочками сочной груши на подушке из шоколадного бисквита. Ни к чему описывать вкус, нужно пробовать. Проникнуться атмосферой праздника и насладиться как новыми, так и уже полюбившимися блюдами вы можете уже сегодня. Двери ресторана «Прайм» открыты для вас каждый день. Бронь столиков по телефону 67 505.